нематодным возбудителям болезней растений, отсутствующим на территории России, относятся четыре вида нематод, образующих галлы на корнях растений. Колумбийская, корневая, ложная колумбийская и ложная галловая нематоды. Галловые нематоды Мелодогина четвуди и Мелодогина фалакс являются близкородственными видами и паразитируют на однодольных и двудольных растениях, включая картофель, морковь и томат. Мелодогина фалакс, ложная колумбийская галловая нематода, также поражает землянику, спаржу лекарственную, ослинник двулетний, фацелию пижмолистную, лилейник и некоторые другие травянистые культуры. Два вида, значит, Enterolobium nacubus aberrans. Это азиатский и американский вид. Можно считать, что вероятность попасть к нам существует, но она не такая большая, как у двух видов Мелодогина четвуди и Мелодогина фалакс, которые, к тому же, очень вредоносны в открытом грунте, как для картофеля, так и для зерновых культур. Ложная колумбийская галловая нематода сходна по морфологии растениям-хозяевам с колумбийской нематодой. Впервые была обнаружена в 1992 году в Нидерландах, возле города Бексом, позже недалеко от границы с Германией и Бельгией. Затем вредителя нашли во Франции, Швейцарии и Великобритании. За пределами Европы Мелодогина фалакс отмечена в Новой Зеландии, Австралии и Южной Африке. Поражают корни растения, в связи с чем растение истощается и наблюдаются очень большие потери урожая. Например, на овощных культурах потери урожая на огурцах, например, достигают 80%, на томатах 20-30%. Основной симптом поражения ложной колумбийской галловой нематодой – образование небольших галлов, утолщений на корнях, как правило, без образования вторичных корешков. Внутри галлов находятся грушевидные самки белого цвета. На более поздних стадиях развития заболевания на поверхности галлов образуются яйцевые мешки, заполненные многочисленными яйцами и личинками. На клубнях картофеля галлы проявляются как небольшие приподнятые над поверхностью клубня бугорки, образующиеся в результате развития нематоды. Снижение урожайности картофеля и моркови проявляется в потере товарных качеств корнеплодов. Вначале вид упоминался как B-тип Мелодогина четвуди, колумбийской галловой нематоды. Однако в 1996 году он был описан как отдельный вид Мелодогина фалакс, так как несколько отличался, в том числе генетически, от Мелодогина четвуди. Галловые нематоды рода Мелоидоджин – облигатные эндопаразитические патогены на корнях растений. Первая личиночная линька происходит внутри яйца. Весной из яиц выходят инвазионные личинки второго возраста. Внедряясь в корень немного выше точки роста, личинка активизирует рост окружающей ткани таким образом, что вокруг ее входа, под воздействием фермента пищеварительных желез, формируются четыре крупные пищевые клетки, так называемые гигантские клетки. В это время клетки соседнего перицикла начинают делиться, образуя типичный гал. Внутри корня личинка теряет червеобразную форму, трижды линяет и превращается во взрослую самку. Взрослые самки имеют грушевидную форму тела, серебристо-белого цвета, внедрены в ткани растения хозяина. Новые яйца продуцируются самкой в желатиноподобную массу. Взрослые самцы имеют тонкую, стройную форму тела. После четвертой линьки они покидают корень и локализуются в ризосфере. Самцы участия в размножении не принимают. На картофеле первая генерация нематоды развивается на корнях, а все последующие на корнях и внутри клубней. Самки способны глубоко внедряться в клубни. В этих местах коровые клетки клубня и паренхима распадаются, при этом создается благоприятная для развития самок и яиц среда обитания. Окружающие клетки пробковеют, становятся коричневыми и образуют защитный слой вокруг яиц.
При определении связи между нематодой и растением-хозяином возникают трудности, так как популяции мелодогина фалакс могут быть смешаны с популяциями мелодогина четвути. Впрочем, существуют некоторые морфологические и морфометрические различия между этими двумя видами. Борьба с вредителями – процесс длительный и дорогостоящий. Требует сочетания и чередования различных приемов – от сева оборота до применения химических средств. В основном, конечно, это карантинные мероприятия ограничительные. И также есть устойчивые сорта к родам мелодогины. Но здесь не такие большие наработки, как в области нематодоустойчивых сортов для цистообразующих нематод. В теплицах иногда помогает полная замена субстрата, пропаривание почвы или, наоборот, ее промораживание. Но в открытом грунте основная задача – профилактика и не занесение паразита на участок с посадочным и семенным материалом.